you know, that says we're only open Fridays. Вот так мы благополучно оказались в Вашингтоне. Как вы видите, Америка. Похожа на Америку. Школьники. Так. Неплохо. Неплохо для Америки. Интересные велосипеды. Наверное, прокатные. Бэшечка, 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 семерочка. Муа. Тут и красный цвет. Да ну нафиг так жить. Бэшечка, бэшечка, бэшечка. Муа. Конечно, Америка — это скейтеры. Ждал я тебя. Давай прыгни. Красава. Живем мы в доме позади меня. Это наше жилье. Сейчас мы идем в магазин за замочком, чтобы спрятать наши вещи в локере. Снимаю это здание просто потому, что оно красивое. Не знаю, что это, что там внутри, что кого. Но там тоже все красиво. И вниз по вон той улице белый дом. Неправда, тут по той. Ну вот, по той я направо. Я вырежу свои слова. Вон туда и вниз. Ходят дети и издеваются над людьми. Ходят и роняют доллары, которые, ну, очень похожи на настоящие. Прям реально. Вон, девушка подогналась. Оп-оп-оп. А-ха-ха. Красава. Болельщики. Сейчас идет матч. Бразилия. Не знаю, с кем они играют. Мексика. А, нет. Не знаешь, Малина. А, ну, чувак из Мексики. Ну, ты же Бразилия. Да? В общем, сейчас хоккей, футбольный матч идет, и это болельщики. Вот они, проделки тех детишек. Вот они. Так я бы даже и подобрал. Но я-то умный, я из России. Это вот как вот в мультике «Эй, Арнольд». То есть они погуляли, там баки мусорные поразбросали, сели на лавочку и сидят, обсуждают, что они не пинают, что я пну как раз. Ладно, шучу, не пну. С Алиной рядом иду просто. Она меня запинает потом. Сразу и мотоцикл, и служебная машина. Ой, как же громко в этой Америке. Воскнил, привет тебе. Тихенький, спокойненький райончик. Мы нашли Алине машину. Баб поменьше чуть-чуть. Дедовщина и в Америке дедовщина. Есть же спортики. В Вашингтоне, что мы заметили, люди намного стройнее. Возможно, все потому, что здесь процент, как он там называется, Лин? Налог. Здесь есть налог 14% с лишним с каждой нашей покупки. То есть дороговато здесь все покупать. А что я сейчас снимаю? Вообще нечего даже снимать. Не знаю, Америка как Америка. Так, что там была бы семерка беленькая, старенькая. Кормежка для русских воробьев. Зашибись. Растет американский вратарь. Ой. Ну как хорошо тут, градусов 50, наверное. Мы потные, мы с Алиной за руки не идем, потому что здесь такая жара. В любое помещение заходишь, выдыхаешь. Здесь красиво, Арлингтон, да, здесь красиво. Здесь я в Европе.
Сейчас мы находимся около Арлингтонского кладбища. Тут ходят солдатики круглые сутки. Могилы Кеннеди. Сейчас мы пойдем смотреть его могилу. Постараемся, по крайней мере. Чистота и красота. Очень красиво и чисто. Сейчас вы видите бесплатные автобусы для путешествия по этому кладбищу. Мы, возможно, ими воспользуемся чуть позже, после того, как увидим Кеннеди. Ну, мертвого, в смысле. В смысле, памятник. Ботинки просто блестят. Нифига, это как-то красиво, что ли? Подходим к... Как я спросил у человека, на английском я спросил. Спросил, где память у Кеннеди. Думаю, вам с палки видно лучше, чем я вижу. А вот мы и за бугром. В двух смыслах. Сейчас мы подходим к могиле неизвестного солдата. И, в общем-то, скоро должна произойти смена караула. О, колесить, что ли? Понятно. Доброе вашингтонское утро. Сейчас время около 8 часов. Сейчас мы хотим посетить какое-нибудь жральное место, где мы можем пожрать. Потом мы хотим увидеть Вашингтон. Вот именно так выглядит Вашингтон обычным утренним днем. Assalamu alaikum from Abdul Mohsin. Have fun in America and enjoy your time. Канджбас! Твой Гёте-институт! Я чё-то не пойму, я в Америке или в Китае? Уважаемые дамы и господа, вы можете наблюдать позади нас музей истории. Национальная история Америки. Да. Где происходили съемки фильма «Ночь в музее». Сейчас мы пытаемся оказаться внутри. Самый большой бриллиант мира. Бриллиант надежный, самый чистый. И смотрите на глаза этих женщин. Они просто мечтают. Они видят его на своем теле. Они видят его на своем кармане, в своей сумке. Их глаза сверкают, они готовы разбить то стекло и убежать, но понимают, что все безнадежно. Они фотографируют, чтобы каждый вечер смотреть на этот бриллиант и любоваться им. Сейчас мы находимся в городе Вашингтон, Соединенных Штатов Америки. Позади меня Белый дом. Температура сейчас 99 градусов Фаренгейта, влажность 73%. Пользу случая... День номер 3.
Ой, жара! Ё-моё! Мы идем, дорогое шпионское метро. Купим билетик на весь день. Сейчас мы идем в музей Гагарина в Америке. Музей космонавтики. Сейчас Алина и я были... Я был пилотом, Алина была киллером. Мы летели на истребителе, и он переворачивался. То есть я делал бочку, и нас тянуло вниз. Это обалденно. Вообще прям круто. Море впечатлений. Всего за $8. Ну круто. Вдвоем прям сидели в кабине и бомбили всех. Сколько мы убили? 9 самолетов. 10 самолетов сбили. Немецких, фашистских. Американских. Мы собираемся тронуть, не знаю, шест большой. Внимание, внимание, человек идет трогать шест. Как он называет? Великий мемориал. Шест. Вы понимаете, да? Внимание, внимание, момент уже близок. И да. Шест, как говорит Саша. Мы собрали интервью люди, которые стоят от меня, они брали интервью, и мы разговаривали. Я особо не понимал, что они спрашивали, я отвечал просто, что я думаю. Вот это они.